Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Анри Виктор Габриэль Ле Факонье. Французский художник-кубист, родившийся в Эстоне. Ле Факонье считался одной из ведущих фигур среди кубистов Монпарнас. В 1911 году в Салоне независимых Ле Факонье и его коллеги Жан Метцингер, Альберт Глезис, Фернан Леже и Робер Делане вызвали скандал своими кубистическими картинами. Он поддерживал контакты со многими европейскими художниками-авангардистами, такими как Василий Кандинский, к примеру. Писал теоретический текст для каталога «Новое художественное объединение Мюн». Его картины были выставлены в Москве и воспроизведены в качестве примеров новейшего искусства в альманахе «Blue Raider» – альманах «Синий всадник». Я пользуюсь Википедией. Родился художник 5 июля 1881 года в Эздене, Франция. В 1901 году Анри Ле Факонье переехал из Северной Франции в Париж, где изучал юриспруденцию. Затем посещал уроки живописи в студии Жан-Поля Лоранса. Затем в Академии Жулиана. Сменил свое имя с Факонье на Ле Факонье и выставлялся в Салоне независимых в 1904 и 1905 годах. Переехал в Британию в 1907 году. Исследовал личный стиль и применял его на практике. Рисовал обнаженную натуру или портреты. На осеннем салоне в 1909 года Ле Факонье выставляется вместе с Константином Бранкузи, Жаном Метцингером и Фернандом Леже. Метцингер написал в 1910 году о мобильной перспективе, как интерпретации того, что вскоре стало известно как кубизм в отношении Пикассо, Брака, Делане и Ле Факонье. В феврале 1912 года Анри Ле Факонье был назначен преемником Жака Эмиля Бланша в авангардистской школе искусства Академии Палитры. В 1912 году Ле Факонье участвовал в первой выставке кубизма в Испании в галерее Далмао, Барселона, с Жаном Метцингером, Альбертом Глезисом, Марселем Дюшаном, Хуаном Гарсио, Мари Ларсеном и Аугустом Агейро. Ле Факонье был членом группы Пюто. Группа Пюто или секция ОР представляла собой коллектив художников, скульпторов, поэтов и критиков, связанных с кубизмом и орфизмом. Справ. В начале Первой мировой войны Ле Факонье переехал в Нидерланды, где пробыл 6 лет. В его работах того времени сочетались кубизм и экспрессионизм, что принесло значительный успех и влияние в Нидерланды. Вернулся во Францию в 1920 году, где его картины стали более реалистичными. Умер от сердечного приступа в Париже в 1946 году в возрасте 65 лет. Вот так вкратце о французском художнике-кубисте Анри Виктор Габриэль Ле Факонье. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.